3 ноября в Донской столице пройдут памятные мероприятия, посвященные знаменосцу Великой Победы Алексею Бересту. В этот день, ровно 50 лет назад, он совершил свой последний подвиг. Погиб, спасая ребенка из-под колес поезда «Москва-Баку». Во вторник на станции «Сельмаш», в месте, где случилась эта трагедия, собираются открыть мемориальную доску. Память Алексея Береста почтут на заседании исторического совета Всевеликого войска Донского, которое состоится 3 ноября. Журналисты газеты «Наше время» возложили цветы в месте упокоения Алексея Прокофьевича на Александровском кладбище Донской столицы. Мы побывали там с членом Академии русской символики и Творческого союза профессиональных художников Николаем Шевкуновым. Где-то года два назад появилась дорожка. В этом году добавилось, вот насыпали щебенки. То, что не было, допустим. Щебенка, да? А вот эта ограда и сам... Ограда, все это, вот какого она была, такого она в виде и было. Ну, когда это? Это было, ну, я не знаю, ну, лет 15 точно назад это уже было. Это было практически сразу после смерти. Ну, там, год-два, там, это все. В том виде, в котором сейчас. Ну, потихонечку семья добавляла, там, не знаю, вот скамеечку, там, ну, как у всех у нас, вот это, столик и все. А то, что вот покрасили, как-то вот прибрались, это вот, это... Может быть, и семья, я не знаю. Но мне, во всяком случае, информация о том, я и уточню. Это все школа. Вот. А семья это кто? Ирины? Не, ну, Ирины Алексеевны сейчас уже нет. У него внучка, внук Алексей, кстати, Берест. Есть правнучка. Ну, они, в общем-то, конечно, дедушку учтут, его память и так далее, и так далее. Но они, ну, они люди, может быть, не столько публичные. Они как бы скромные и никогда... Ничего себе не просили, как и Алексей Прокопьевич Берест, никогда ничего не просил, не выторговывал ничего. Ему просто было обидно как-то так вот быть в тени, когда другие